Вы смотрите канал «Улица Москвы». Мы в 4-м Верхнем Михайловском проезде. Район Донской. Ну, по крайней мере, здание здесь числится по данному проезду. Не знаю, вот именно эта часть к нему относится. По крайней мере, на картах она показана. Мы сейчас идем от 5-го Донского. Пересечению с 1-м Рощинским проездом и улицей Новая Заря. Ранее именовался 4-й Михайловский дачный проезд. Ну, как вот они все были переименованы в 1924 году. Несколько прерывается. Вот, посмотрите, архитектура интересная. Более старый дом как бы сросся с этой кирпичкой. Сама трасса проезда. Узенькие они тут, конечно. А впереди там сооружается жилой комплекс Level Донской. Апарт-комплекс бизнес-класса. Как раз вот на пересечении с 1-м Рощинским, 4-м Верхним Михайловским и улицей Новая Заря. Так, а здесь вот безымянный проезд мы пересекаем. Вроде бы. Не понимаю, что за прикол вешать так ботинки. Так, вот он, Level Донской. Level Донской, конечно, не такой грандиозный, как Level Амурской. Ну, здесь и другой класс жилья, конечно. Другая локация, другое расстояние до центра.
кстати, вот владение числится по именно как раз по четвертому верхнему Михайловскому. Естественно, здесь будет впоследствии благоустроена прилегающая территория. С рельефным озеленением. Ну да, мы здесь вот как раз мы были на этом, в первом Рощинском и улице Новая Заря. Сейчас трамвайчик поехал. Ну, здесь вот сейчас посмотрим с четвертого верхнего Михайловского. Написано: завораживающие виды на город Москву, Сити, МГУ. Вот. Так вот выглядит комплекс в стадии строительства.